В Одесі обрали знімок року. Ним став стилізований портрет під Вінсента Ван Гога. Щорічний 19-й конкурс фотографій «Знімок року» став справжньою феєрією мистецтва. Він порадував погляд всіх відвідувачів виставки та подарував купу чудових емоцій. У конкурсі взяли участь всі бажаючі фотолюбителі та професіонали. На виставці представлені фотографії найрізноманітніших жанрів. Ви знаєте, я вже сиджу кілька конкурсів, і кожен раз очень интересные дают фотографии, очень интересные авторы. Ну, могу вам сказать, что молодых авторов, которые впервые участвуют здесь, тоже много. Потому что я очень прошу своих учеников, которые у меня занимаются, участвовать в этих. Это дает старт. И можете себе представить, что вот эти лица, которые сегодня пришли новые, которые только вот полгода, как взяли в руки фотоаппарат и видят свои фотографии на стене висящие, а некоторые дипломы даже получили с салона. Вот. И они такие счастливые, глаза горят. И, конечно же, когда больше новых людей участвуют, нам, корифеям, как можно сказать, да, труднее в этом всем вариться. Вы знаете, конкуренция создается. На конкурс надійшло 300 фотографій 79 авторів. Для участі в експозиції журі відібрало 90 робіт. Гран-прі конкурсу забрав Дмитро Баєв за роботу «Вінсент». Стилізований портрет Вінсента Ван Гога дійсно вийшов неперевершено. Фотографія «Вінсент», тому що «Вінсент Ван Гог», ідея з'явилася спонтанно. Я читав книжку письма Вінсента к брату Тео і вирішив зняти портрет, схожий на Вінсента. Например, в тот же день я случайно абсолютно написал Женя, который и выступает в роли Винсента. Я ему написал, будешь Ван Гогом, он сказал, окей. Вот, и мы месяц готовили фотосъемку, было очень сложно найти необходимый пиджак, реквизит, вот, но получилось. Плюс Женя ко всему тому, что он еще модель, он художник, и в этот образ он вжился абсолютно комфортно. Серед переможців і Анна Коренєва. Її дивовижна робота у чорно-білих тонах під назвою «Чемпіон» посіла почесне друге місце. Я в этом конкурсе принимаю участие уже не первый год, и вот впервые я получила такую серьезную награду, как второе место, вошла в тройку лидеров. До этого были только поощрительные дипломы. А эта работа родилась не случайно. Мы когда собирались в отпуск летом, я просматривала видеовлоги того места, куда мы отправляемся, и увидела вот эти ступеньки, ведущие в никуда. А вокруг них стояли рыбаки. И я себе пообещала, что обязательно найду эти ступеньки и сниму рыбаков. Я там очутилась, а рыбаков не было. Я ходила утром, вечером, в разное время суток. Но появился пловец, и я рада, что эта работа вышла, и члены жюри ее выделили. Дипломантом конкурсу стала і Тетяна Додонова. Її цікава робота називається «Театр починається з». Сама Тетяна зізнається, що професійно фотографією займається лише кілька місяців. Хоча цей вид мистецтва її приваблював з самого дитинства. Моя робота називається «Театр починається з». Так получилось случайно, що Борис Наумович пригласив нас на зйомку в театр музикальної комедії на спектакль «12 стульев». И мы пришли намного заранее, нам удалось попасть в закулисье, и мы смогли увидеть подготовку театральных работников перед началом спектакля. И когда мы проходили мимо гардеробной, я обратила внимание, естественно, на вот это вот чучело бесподобное. И вначале была фотография только с чучелом. И потом, проходя обратно, я увидела гардеробщицу, которая чудесным способом мне показалось, ну, очень похоже на это чучело, извините. И этот кадр мне показался очень интересным, очень таким, ну, забавным. И мы же все знаем, что театр начинается с чего? С вешалки. Поэтому вот мне показалось, что это будет очень интересная история, потому что, приходя в театр, мы всегда первое, что встречаем, это гардеробщиц, вешалку. Виставка-конкурс «Знімок року» – це можливість вже відомим фотографам представити свої роботи глядачам. Для нових авторів конкурс стає щасливим стартом і стимулом для подальшого розвитку у світі фотомистецтва. Відвідувачі виставки були просто в захваті. Красочне, ярке,
много чего там можно попробовать, пойти повторить там тоже. Мамина работа. Ваша мама тоже принимает участие, да, в этой выставке? Да. Мама давно увлекается фотографией? Да, вот я была маленькая, там, я даже до меня она увлекалась ею вот с своего маленького возраста. Мы учимся в МГУ на факультете аудиовизуального искусства кино. И как бы это все для нас очень интересно. И вот мы уже второй год посещаем данную выставку, и все очень нравится. Всем людям, которые причастны к миру фотоискусства, я желаю творческих успехов. Интересная выставка. Приятно, что Центр болгарской культуры поощряет творчество, интересные работы, перспективы. То есть так вот всматриваться, приятно всматриваться, читать историю каждой фотографии. Да, Антошечка? Тебе понравилось? Тебе понравилось? Скажи «да». Да, нам понравилось. Виставка-конкурс «Знімок року 2021» проходить за партнерською підтримкою фотомагазину «Папараці», журналу «Фаворит удачі», Всеукраїнського центру болгарської культури та фотоцентру «Оскар». Експозиції виставки знаходяться у приміщенні Всеукраїнського центру болгарської культури.